Несколько дней назад в Риме я встретил одного парня, с которым я учился в начальной школе, который стал... Ты помоги мне застегнуться. Он стал... Подожди минутку. Ты неправильно застегиваешь. Он стал трансвеститом. О чем ты говоришь? Ты разве не слышал о трансвеститах, которые стоят на улице? Здравствуйте, молодые люди. Падре. Дон Микеле. Как рыбная ловля? Как дела в столице? Что говорят? Да что там говорить? Бордель он и есть бордель. Настоящий бардак. Да еще этот смог повсюду. Я думал, что вы лишь жених и невеста. А разве это не так? Я не знал, что вы муж и жена. Пойду-ка я к моторке. А что вы хотите сказать? Я хочу сказать, что жених и невеста не занимаются тем, чем занимаются женатые люди. Вы меня разочаровали. В самом деле, падре, я ему все время говорю, поговорили и хватит. А он внимания не обращает. Секс – это дар Божий, это плод, который надо срывать в нужное время. Почему вы не хотите понять такой простой истины? Это только кажется. Добрачные половые связи не способствуют росту личности. Целомудрие – это не порок. При всех тех мерзостях, что творятся в мире, вы еще придираетесь к нам. Я не читаю вам мораль, я лишь призываю вас уважать свое достоинство. Я знаю кое-кого из ваших бывших коллег по церкви. Тут уж не приходится говорить о достоинстве. Приход организует поездку в Ватикан. Через несколько дней я встречусь с тобой. Хорошо. А почему ты не запишешься? И все же, он мне обещал, что пойдет со мной на праздник, который вы устраиваете. Я уже попросила отпуск на 3 дня. Рим грязен, полон смога. Но Рим — это всегда Рим. Рим — это вечный город.